Новые мои изделия. Готовлюсь уже к осени. Это вязано-валеный берет. Шапочка бини. Может быть, с отворотом. Снуд. Такой вот. Тоже вот так вот отворачивается. Ой, берет особенно мне нравится. Очень красивая форма. Удобная. На себя уже померила. Самое главное, шерсть натуральная, не окрашенная. Эко-шерсть. Она пушится при валянии. Изделие становится мягким, не колючим и плотным. Самое то для берета. Для берета один метод валяния был применен, а для шапочки другой. Шапочка, видите, как видите, она пластичная. Вот. Достаточно пластичная. То есть вязаное изделие сохраняет свою пластичность. Берет более плотный. Можно сделать еще плотнее. Мне кажется, вот так достаточно плотности.